Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана тоже с компанией Ugreen. А именно, выпустили они мышку эргономичную, вертикальную, по типу, как обычно у нас, Logitech MX Vertical. Есть с кого вдохновляться. Единственное, из компании Ugreen достаточно хорошо перерабатывает, что может сложиться ситуация, что не останется у Logitech мышей для того, чтобы вдохновляться на новые варианты. Пришло это все достаточно быстро, где-то в течение 3 недель. Доставка у нас с Почты России. Есть у нас помятости. Но как без этого с Почтой России? Ну, в частности, все это пришло достаточно быстро и в таком ужасающем состоянии, как обычно они привозят. Давайте смотреть, вскрывать, что находится внутри. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Lady Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Так, вот что из себя представляет упаковка. Представлена здесь. Здесь у нас 4 типа DPI можно использовать. Здесь можно использовать два варианта связи. Это Bluetooth и Wi-Fi. Связь на 2,4 ГГц. Дальше то, что она, мышка, подходит под руку. Понятно, от кого вдохновлялись. И здесь, в отличие от предыдущей мышки, которая была с аккумулятором, здесь уже, как и обычно, ставят они батарейку. Тем самым можно ее менять. Кстати, у Logitech есть мышка, такая же вертикальная, лифт называется, там тоже можно менять батарейку. Ну, как бы скопировали два варианта. MX Vertical, там аккумулятор стоит, и скопировали, соответственно, мышку лифт. Итак, что она здесь представляет? Как я говорил, два вида связи. Здесь можно подключить одновременно, ну не одновременно, а применять с тремя устройствами. Дальше Bluetooth 5.0, сама мышка MU208 обозначение, диапазон действия 2400 МГц до 2483 МГц с половиной, 4 дБ, до 10 метров функционирует. 4 варианта смены DPI, от 1000, 1600, 2000 и 4000. Необходимо применять алкалиновую батарейку. Одна штука типа 2А. Вольтаж 1,5 вольта. Ну и совместимые с обычными системами. Это Windows 7, 8, 10, 11. И также macOS, начиная 10.5. И позднее даже Linux, Chrome OS, ну и Android 5.0 и выше. Вот такая мышка. Здесь у нас QR-код, для каких стран предназначено. И сверху у нас опять бомба. Ну и давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. А внутри у нас еще находится какая-то карточка. То, что можно ее выбрасывать, а заново ее перерабатывать. Называем зеленые технологии. Применяйте. Что здорово. И внутри находится мышка. Давайте мы сейчас это все спрячем, чтобы нам не мешалось. И дальше будем смотреть. Начнем, как обычно, мы с руководства пользователя. Здесь есть и русский язык. Множество языков. Как функционирует. В том числе есть и русский. Вот. Обозначение идет. Плюс дополнительно еще другие стандартные языки, которые применяются и используются. И туда же мы прячем. И что вот из себя представляет мышка? Такого вот плана. Вертикальная. Чтобы у вас не было туннельной болезни. Так, причем здесь тихие клавиши, в том числе сделали на колесике тихие клики. Колесико, похоже, алюминиевое. Так, ну и здесь сделали тихие, но если по ним стучать сильно, то их слышно, если держать на мышке.
было слышно меньше. Здесь у нас переключение осей, Windows, дальше Mac, ось. И переключение режимов подключения. Кстати, зачем здесь вот это окошко? А это окошко было на MX Vertical Logitech. Сюда подключалась кабель для зарядки аккумулятора. Ну, использование с кабелем при подключении. Здесь есть у нас фирменное обозначение. Здесь пронизание поверхности. Не забываем, здесь есть прокладки из прозрачной пленки. Так, и внутри нам нужно установить батарейку, аккумулятор. И есть свисток. О, и здесь никаких надписей. Раньше у Green писали, сейчас, похоже, не пишут. Так, ну, сказать, что ввиду того, что моделью была Logitech MX Vertical, то они по максимуму взяли оттуда. Есть соответствующие лазерные принтеры, которые копируют форму объекта, на который вы хотите скопировать. Ну и давайте подключим, посмотрим, как у нас функционирует. Здесь можно ограничиться одной батарейкой, здесь и так батарейка. Да, и функционирует приблизительно 18 месяцев. Так, ну здесь видим синий светодиод, оптическая мышка включается. Ну и давайте сейчас подключим, посмотрим, как функционирует эта мышка вместе с ноутбуком. Итак, давайте приступать. Ну, давайте подключать, смотреть, как работает устройство. Ну вот оно найдено. Ну, тут можно произвести сразу же некоторые действия. Ну, все у нас функционирует, то есть как по Wi-Fi при помощи свистка, так и при помощи Bluetooth. До трех устройств вы можете подключить и одновременно работать, переходя со свистка на Bluetooth и другие варианты. Вот она не функционирует. И вот функционирует. Видели? И давайте проверим мышку, как обычно мы это делаем, при помощи программного обеспечения Enote.
Итак, я вам продемонстрировал мышку O-Green, вертикальную, эргономичную, по типу Logitech MX Vertical, которая может функционировать на двух протоколах, это Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth 5.0. Может подключаться к трем устройствам. Это по свистку, и там два варианта Bluetooth есть, наверное, 5.0 и 4.0. Как всегда, это делается для подключения. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.